В выходные пройдут большие гастроли. Впервые в Тюмень приедет самый северный оперный театр мира, Якутский театр оперы и балета из Республики Саха. Коллектив даст 3 спектакля. 19 марта балет «Дягилев. Сезоны». 20-го будет 2 показа балета «Приключения Чиполлино» для самых маленьких зрителей. И 21-го балет «Гала. Вечер шедевров мирового балета». Причем постановка «Дягилев» будет премьерной. Тюменцы первыми увидят этот спектакль. Мы не привозим к вам просто спектакли нашего текущего репертуара. Мы хотели, чтобы в эти гастроли был включен и премьерный спектакль. И нам особенно хотелось, чтобы премьера состоялась здесь. Этот спектакль посвящен юбилею Дягилева. Это выдающийся российский импресарио, который рассказал о русском балете всему миру. И те сезоны, которые делал Дягилев в Париже, собственно, об этом наш спектакль. Но этот спектакль не носит никакой исторический контекст. Это спектакль фантазии театра на эту тему. Спектакль про интриги, которые могут произойти в любой балетной труппе. Собственно, по теории драмы это самое интересное – любовный треугольник. Стоимость билетов от 500 до 2500 рублей, на вечерние спектакли и на Чиполлино до 1000 рублей. Кстати, на эти гастроли действует акция 3 билета по цене 2. Идите с семьей и экономьте. Напоминаю, Якутский театр оперы и балета будет в Тюмени с 19 по 21 марта.